Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет-проект «Изучаем ПЛК-контроллеры, электронику и электротехнику». Сегодня продолжим наше знакомство с программированием реле OWIN PR200 и напишем программку «Сигнализатор превышения уровня температуры». Давайте зайдем в файл, создадим новый проект. Проект будет для программируемого реле PR200-220-24, ОК. Вот у нас поле для написания программы. Зайдем в прибор, настройки прибора. Давайте сейчас для удобства сделаем так, чтобы подсветка экрана не отключалась. Экран постоянно включен. Отредактируем первый аналоговый вход. Вот у нас аналоговые входы AI1. К нему я подключил датчик температуры с выходом 4,20 мА. Измеряю температуру от 0 до 200 градусов Цельсия. Закрыть. И давайте сейчас напишем следующую программку. Возьмем блок входной переменной. Ставим его напротив первого аналогового входа. Щелкаем два раза левой кнопкой мыши по блоку входной переменной. Здесь у нас переменная будет температура. Под именем температура. Эта переменная у нас будет с плавающей запятой, то есть с возможностью отображения дробных чисел. Нажимаю ОК. Производим соединение. И давайте сразу же эту переменную, значение этой переменной выведем на экран. Здесь у нас в левом верхнем углу есть меню экранов. Наводим курсор, жмем два раза левой кнопкой мыши по экрану. Здесь у нас возьмем метка, текстовая метка, зажимаем левой кнопкой мыши, переносим на поле экрана. Текст у нас будет температура. Нажимаем левой кнопкой мыши по экрану и растягиваем. Вот у нас температура. Слово температура разместилась. Дальше давайте возьмем вот вывод input int load. Зажимаем левой кнопкой мыши. Это вот вывод целочисленных значений. Переносим. Так, попробовали ставить. Не получилось. Вставляем ниже. Вот так вставили. Количество знаков. Давайте сделаем, наверное, пусть будет два знака. Хотя, если мы будем измерять до 200, то количество знаков нам потребуется 3 знака. 3 знака, один знак после запятой. Здесь у нас будет отображаться температура. Дальше давайте возьмем создание блока входной переменной. Зажимаем левой кнопкой мыши и переносим на поле для написания программы. Так. Это я взял случайно константу. Нажимаем Delete, удаляем. Берем блок входной переменной. Зажимаем левой кнопкой мыши, переносим на поле для написания программы, вставляем. Давайте возьмем функцию сравнения. Функции, которые у нас работают с переменными, имеющими дробную часть, то есть вещественными переменными, они у нас имеют здесь в начале буковку F. Зажимаем левой кнопкой мыши, вставляем. Будем производить сравнение. Возьмем еще один блок входной переменной.
на большее значение. Здесь у нас производим соединение, щелкаем два раза левой кнопкой мыши, выбираем значение температуры. Такие. Этот блок в одной переменной, щелкаем по нему два раза левой кнопкой мыши. Здесь присваиваем ему имя. Ну, предположим, значение максимум будет у нас. Максимум. Также с плавающей запятой. Окей. И выход сигнала. Так, вот сейчас я нажму Escape, чтобы отменить соединение. Выход сигнала подключим к первому выходу программируемого реле. Нажимаем левую кнопку мыши, переносим, отпускаем. Снова нажимаем левую кнопку мыши. Таким образом делаем поворот. Что у нас получается? В случае превышения температуры у нас здесь появляется сигнал и звуковой извещатель сообщит об этом. Сейчас у нас максимум загорелось красным цветом, потому что он нигде не подключен. Снова переходим в меню экрана. Два раза левой кнопкой мыши по экрану. Здесь мы вставили ввод int float. Нажмем на него левой кнопкой мыши, но не отредактировали. Переменную. Здесь мы будем отображать переменную температура. Окей. Вещественный. И не будем редактировать, потому что мы будем здесь наблюдать значение температуры и изменять не будем. Снова берем текстовая метка, зажимаем левую кнопку мыши, переносим в поле экрана. И здесь, ну давайте также напишем максимум. Можем поставить точку и добавить сокращенно темп. Максимум температуры. Сокращенно. Дальше здесь ввод вывод. И с помощью ввода вывода int float здесь мы будем задавать максимальное значение температуры. В свойствах выбираем переменную. Переменная max. Окей. Вещественная. И вот здесь как раз оставляем редактировать, потому что мы здесь будем задавать уставку. Температура максимальное значение. Давайте зайдем в схему. Попробуем симулировать эту программу. Нажимаем режим симулятора. Старт. И предположим, здесь у нас на входе будет значение 20 градусов. Окей. Вот у нас уже сигнализатор сработал, потому что сверху 20 градусов, внизу 0, 20 больше, чем 0. Ну и предположим, уставка у нас будет 21 градус. Окей. При 21 градусе у нас... У нас здесь получается условие неверное, то есть температура 20 градусов, она меньше, чем 21. Если она будет больше, предположим 22, окей, условие будет верным. Так, почему-то не запомнилось. 22, окей. А, вот здесь же мы меняем, все, здесь меняем. 22. Потому что здесь только отображается, изменяется отсюда. Окей. Да, есть сигнал. Ну и еще давайте введем еще одну переменную в эту систему, чтобы у нас постоянно не пищало и была возможность отключить в случае превышения температуры. Допустим, мы увидели, что температура превышена. И хотели бы квитировать эту ошибку. Да, на какое-то время отключить, разобраться, в чем дело. Для этого мы сделаем следующее. Возьмем элемент end, произведем соединение. Так. Делаем поворот, отпускаем, снова нажимаем, поворачиваем.
И здесь мы объявим какую-нибудь переменную, создание входного блока переменной. Щелкаем два раза левой кнопкой мыши. Ну, допустим, имя этой переменной будет квитировать. Это будет не совсем квитирование, лучше напишем блокировать аварию. Булевская. Кстати, вот это значение уставки мы сделаем энергонезависимо. После отключения питания это значение сохранится. Окей. Подсоединим ее сюда. Тубу. А, я неправильно здесь выбрал. Блокировать аварию. Выбираем. Окей. Соединяем. Снова подсветилась красным, она никуда не подключена. Заходим в меню. Экран. Здесь давайте добавим еще строку ниже. И здесь добавим вот вывод boolean. Вот вывод значение переменной bool. Текст при значении true. Еще раз зайдем в схему. И, наверное, здесь еще сделаем немножко изменения. Здесь нажимаем левой кнопкой мыши, нажимаем delete. И поставим инверсию. Это будет о чем говорить? Пока блокировка не включена, блокировка сигнала об аварии не включена, у нас все будет работать. Как только блокировка сигнала об аварии будет включена, при превышении температуры извещатель у нас, подключенный к первому выходу программируемого реле, не будет звенеть. Итак, снова менеджер экранов, по экрану два раза левой кнопкой мыши. Здесь, если true, у нас будет блокировать сигнал об аварии. Если false, пусть также и останется, то есть автоматически, да? Текст, допустим, авария. Итак, посмотрим, что у нас здесь получилось. После слова авария сделаем пробел. Блокировать, вот, может быть, не войдет. Сколько у нас букв? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть слово блокировать целиком не войдет. Ну, допустим, тогда здесь будет слово сброс. Так, все мы здесь сделали. Единственное, что мы не сделали, не подключили переменную. Авария, авто. И подключаем переменную блокировать аварию. Окей. Смотрим. Здесь теперь у нас значение, то есть красного цвета поменялось на нормальный цвет. Запускаем режим симулятора. Старт. Ну, предположим, значение температуры у нас. Сначала зададим уставку. Предположим, 20 градусов. Если больше 20 градусов, выдавать сигнал об аварии. Ну, допустим, здесь у нас сейчас 21 градус. Окей. Сигнал об аварии. Предположим, звенит извещатель. Мы хотим его заблокировать. Нажимаем. Заблокировали. Отключаемся. Сохранить программу. Но потом мы программу сохраним. Сейчас попробуем загрузить все это в программируемое реле. Записать программу.
я сделал маленький недочет. Я на самом деле подключил сигнализатор об аварии к 6-му выходу. Вот сюда. Нет, даже к 5-му, к 5-му. Нажимаем левой кнопкой мыши, выделяем, delete. И подсоединяем к 5-му. Делаем поворот, отпускаем левую кнопку мыши, зажимаем, подключаем. Снова записываем программу, программируемое реле. Сейчас должен будет у нас извещатель сработать. Поменял значение на 40 градусов. У меня была реальная температура 28 градусов. Уставку поменял на 40 градусов. Теперь извещатель у нас не работает. Авария авто. Можем заблокировать аварию. Сейчас авария в режиме авто. Можем заблокировать. Но потом я же все это сниму на камеру, чтобы можно было реально посмотреть, работает эта программа на реальном оборудовании. Сейчас все работает. Для сохранения файла можем зайти в файл, сохранить проект как. Вот у меня проект есть. Ну и допустим сохраним под именем сигнализатор аварии. Сигнализатор превышения температуры. Сейчас сохранить. Заходим в журнал PR200 и проекты. Здесь видим сигнализатор превышения температуры. Вот здесь у меня будут те проекты, которые я, о которых я рассказывал в видео. На этом наше небольшое видео завершаем. Спасибо.